При поддержке агентства стратегических инициатив в Ульяновске открылся коворкинг-центр «Точка кипения». Говоря простым языком, это пространство коллективной работы, которое создано для проведения образовательных и дискуссионных мероприятий. Но все они должны способствовать реализации национальной технологической инициативы. Проект «Точка кипения» имеет колоссальное значение. Причем не только для развития страны, но и конкретно для развития региона. Наш президент Владимир Владимирович Путин назвал его главным центром притяжения, основной площадкой объединения всех, кто готов участвовать в разработке и реализации планов развития нашей страны. Регион подал соответствующую заявку в Агентство стратегических инициатив и вошел в число пилотных площадок по реализации национальной стратегической инициативы. Подобные площадки созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске и Владивостоке. Наша задача, чтобы дальше этот процесс шел самоорганизованно, чтобы те, кто открыл эти площадки в своих регионах, уже дальше помогали транслировать свой опыт и эту практику в другие регионы, чтобы сложилось некое сообщество и работала сеть. И в этом смысле у нас большая надежда на ульяновскую точку кипения. Мы будем просить коллег ульяновские помогать открывать точки в ближайших регионах и, соответственно, помогать тем командам, которые будут за этим обращаться. Формат пространства коллективной работы успешно используется агентством уже несколько лет. Представители власти и бизнеса, молодые ученые и общественники, педагоги и студенты. На одной площадке люди могут оперативно обмениваться актуальной информацией, обсуждать и разрабатывать новые проекты. Основные темы – это развитие креативных индустрий, инвестиционной привлекательности региона и открытие стартапов. Эту площадку рассматриваем именно как возможность обсуждать со всеми жителями Ульяновской области, со внешними экспертами и эффективно и интенсивно эти проекты развивать. Одним из первых спикеров «Точки кипения» оказался международный эксперт Мартин Хинуль. Сразу же после церемонии открытия он провел лекцию, посвященную основным направлениям современной экономики. Наиболее важная задача точки – возможность для общения и взаимодействия молодых людей, для нетворкинга. И совместными усилиями они будут расти современную экономику. Таким образом, точка кипения позволит ульяновцам в новом формате эффективного взаимодействия найти наилучшие способы решения актуальных вопросов развития. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.